Так, ну вот клиенты, код клиента и его данные, да? Заказ, код заказа. Вот эту стрелку можно не обязательно писать. Так, теперь номер. Почему номер клиента? Здесь должен быть код клиента. Элеман? Там код брони же есть. А, код клиента можно, да? Код клиента и код заказа. Вот смотрите, код клиента соединяется с кодом заказа. Вот так должна быть связь. То есть это Код внешний клиента ключ с... называется, да? То есть в заказе код клиента должен сидеть. Вот теперь смотрите. Заказ. А, и теперь футбольное поле, да? Код поля, правильно. Стрелку можно не обязательно ставить. Так. Время А что-то начала. я Бронь и спец. заказ. Между ними какая связь, я не могу понять. Ну, они забронировали, получается. Если вот заказали, отсюда уже от заказа пошла бронь. Код брони дали, все, получается. А это не Время, одно и то место. же? Может быть. Сущности не должны умножаться без необходимости. Вот такое правило из программирования. Бритва Оккама называется. Уильям Оккам, британский философ. И вот, бронь и заказ, это не одно и то же по смыслу. Зачем телефон клиента? Телефон клиента же сидит вот в таблице клиенты. Место зачем? Место же вот у нас... А вот в футбольном поле место клиента при чем тут? Да, Место получается. здесь в футбольном поле все, что касается только футбольного поля. Здесь место футбольного поля. А вот бронь, место... Зачем два раза место писать? В таблице придется два раза эти данные вводить. А по какому из них выборку делать, потом непонятно будет. Вот заказы, бронь. Надо вот это место продумать. Это не одно и то же. Одни и те же данные, если несколько раз будут вводиться, это же неправильно, а? Хорошо. Окей. На изменение, да, на продумать еще. Хорошо. Сейчас глянем.